Приятный бред, ребят, вы на канале Бутербродец. Ну что, как они обещали, в сентябре завезли русский язык на Wise Humor. Вот. Давайте посмотрим, что это вообще за игруха такая. Я ее не смотрел, в принципе, нигде. Что у нас получается? Нам надо PvP выбрать, по-любому. Да, вот какой-то X18 подтвердить. Вот, а пока... И войти в игру, да? Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Пока мы входим в игру, ребят, расскажу, что если у вас на Ютубе не работают ролики, переходим в ВК-группу, и там спокойно все ролики я дублирую. Также появилась телега, ссылка в описании, переходим. Чем больше, как намного быстрее вас там станет намного больше, тем настолько быстрее мы начнем там что-нибудь разыгрывать. В нашей жизни прошли долгий путь. Но в итоге все дороги заканчиваются. Наш мир сломан, застыл, провалившийся в бездну. Какие-то чудища, нифига. Все рождается во тьме, даже сама Вселенная. Сейчас видишь отблеск внутри пустоты. Искра жизни все еще горит, и эволюция прокладывает новый путь. Очень ярко. Когда твоя вера пересилит отчаяние, как только ты пройдешь смерть, когда в мир вернется жизнь, встретимся на другом пути. Ну, типа как-то вот так вот. Ну, что-то случилось, что-то произошло, и где-то кто-то с кем-то должен встретить. О, это мы любим. Это у нас что? Создание персонажа. Это мы обожаем, да? Чего мы хотим выбрать? Так, по-любому вот это. А тип 2... А, ну это вот этот, да? Нет, тип 1 давай будем. Так, лицо. А, это лоб у нас, да? Сейчас мы тут персонажа создадим. А, нет, тут прям... Ёж, тут ты смотри, тут ты прям можешь тут... Вот тут, да, настройка так настройка лица вообще. Виски даже. Но это мы надолго сейчас, минут 20, наверное, мы точно здесь проведем, ребят. Скулы. Щеки, о, щеки. Надо, чтобы они висели, как у бульдога. Подбородок. Волевой нам надо. Такой, чтобы можно было дрова колоть, да? Во, вот так. Мы же типа, ну, последний человек, типа, да? Вот из-за того, что случилась какая-то катастрофа, у нас произошли вот такие волнения. Так, брови, да? А, нет, это все еще кости у нас. Повыше давай сделаем.
Блин, надо, знаете, такое, я сейчас сижу и думаю, наверное, надо было выбирать женщину, чтобы это, и типа, она же тоже, типа, последняя, да, это вот, представляете, что если надо продлить род, да, скорее всего, он не продлится, если я буду создавать эту женщину, да, это, наверное, это будет вообще божественная, скорее всего, ситуация. Блять, это только, прикиньте, это все только на лицо, да? Тут можно, я так понимаю, если это все накрутить нормально, можно самого себя прям сделать. Во, лисьи давай глаза. Ну нет. Я по-любому так оставлю. А вот тут расширим. Это, ну, это, знаете, вот эти глазки, они для того, чтобы, короче, тут же, я так понимаю, по-любому будет какие-то снайперское оружие и все остальное. Это чтобы лучше смотреть в прицел. То есть глаз как раз подходит под прицел, по сути. Тут больше ничего не двигается, да? О, вот так. То есть ему, ну, грубо говоря, у нас, видите, там же, ну, глаз чуть больше прицела получается там. А тут он как раз вровень будет подходить. Нос. Самая важная часть. Это пошире, чтобы, если что, от переломов помогал. Не, пониже давай. Вот так. Блять, ты посмотри, это просто, смотри, просто. Нос вообще никогда никто не сломает. Люто никто не сломает нос. Это он им может вообще танковать будет потом все. 100%. Блять, охуенно. О, ширина ноздрей даже есть. Да? Вот так, да? Как корма у корабля, чтобы если он начинает. Он запах будет видеть за километр. Видеть. Ну да, видеть будет запах. И видеть, и чувствовать. Все как надо. Губы. Ну, чуть-чуть пониже давай, чтобы когда он что-то в рот будет пихать, чтобы, ну, нос ему сильно не мешал. О, приоткрытый можно, слушай, сделать рот, смотри. Блять. Вот нет, это лучший редактор вообще. Лучший редактор, что я видел за всю историю. Уже можно небольшой плюсик бабахнуть этой игре. За то, что они замутили такую штуку, да? Воу-воу-воу-воу-воу. Блять, это просто, это просто. Это мы еще до тела не добрались, да? Божественно, просто божественно. Представляете? Если нужна была бы, если бы я делал девчонку. Я говорю, она бы со всеми продлила бы жизнь бы потом бы. Ну, точнее, все хотели бы с ней продлить жизнь. Еще бы можно было бы редактировать зубы, например. Давай немножко подвернем. Вот так вот. Вот так. Это, знаете, из Форест Гампа там был этот Бабба. О, еще улыбка. Который, у него тоже нижняя губа была там. Он ей воду черпал. Вот наш чувак тоже будет воду черпать. Так, волосы и макияж. Давай, что у нас по волосам есть? Блять. Божественно. Брови, да? Цвет глаз. Ну, цвет глаз нужны нам по-любому. Красный. Так, это что у нас? А, это оттенки, да? Вот так давай.
Так, тело. Переходим к телу. Высота. Ну, мы должны быть высокими. Фитнес. Ноги подлиннее. Не, голову нам надо это. И шею повыше, да, немного? Толщину, чтобы он мог носить у нас такую голову. Не-не, это нормально. Так, бедра. А телом он у нас будет более-менее такой прям это. Охеренный. У нас самая главная черта здесь это будет лицо. Я говорю, мы минут 20, ребят, здесь сейчас потеряем. Не переживайте. Оп. Так, это чтобы мы быстрее бегать могли. Давай татуху бахнем. Да, так оставим. А, и все, да, получается? Ну, с лицом намного больше. Разжечь, волосы подвязанные, посмотреть на это, статичнее. Давай, на значит, персонаж. Завершить создание персонажа, подтвердить. Имя. Ну ладно, тут мы Антоху не будем писать уже. Тут уже назовемся, как и везде, как и всегда, да? Войти в игру. Исследователь, раздеты, жидкий азот. Физическое перемещение или работа мозга не обнаружено. Ну, с таким лицом-то это понятно. Прям вообще понятно. Кинжал все еще остался. Так, что, инспекция 481 завершена. А запрос большей мощности для камеры изоляции, для предотвращения дальнейших перебоев. Что происходит? Нарушение безопасности? Нет! Нет! О, а чего он умер? Это что вообще произошло такое? А кто напал так? Это типа мы сейчас проснемся, да? Отлично. Опа, нас что-то проткнуло, да? Блять, просто красавчик. Просто красавчик. Он лучший вообще. Последний человек. Так, хилка. Пора похилиться, братан. Неплохо тогда. Тебя проткнули, ты что-то в себя воткнул, и потом раз, и дырки как не бывало. Неплохо, да? Так, игра полностью от третьего лица, да? О, слушай, я на себя тут могу смотреть и изменить направление камеры. А. Так, ну и чё? Типа памятка об изоляции иного. Мы типа иные, да? Введите код 072, чтобы разблокировать дверь. Ну погнали. Что за луч за нами летает? Блять, какой код? 0728. Я думал, автоматически будет вводиться. А тут, прикиньте, ручками надо его вводить. Ну, точнее, надо, слышите, запоминать, получается, его, да? Так, это что у нас? Файл обном, там, материалы какие-то, что, кого, энергия внутри колебания показывает ничего-то там такое, да? Найти карту доступа и войдите, да? А мы нашли эту карту доступа? Нашли, да. Какой-то рюкзак? Бля, ну вот этот приоткрытый ротик, это вообще нормально.
Это воспоминание или он как-то сам себя видит? Поговорить со старшей птицей. Чего? Что ж, приятно видеть рядом еще чье-то лицо. Мне уже стало казаться, что придется все время действовать в одиночку. А ты еще и мета-человек вдобавок. Ты знаешь, кто я? Кто-кто мета-человек? Я не знаю, кто ты, но мне известно, что ты. А тебе удалось пробудить колыбель. А такое под силу только мета-человеку. У тебя амнезия. Ты помнишь, кто ты? Нет. Должно быть, произошло новое колебание, меня оно заточило в колыбели. А тебя лишило воспоминаний. Можешь звать меня Ви. Похоже, наши интересы совпадают, мета-человек. Но ты говорил так, что тебя привело? Как-то вот, как будто звука не хватает, что ли? Я здесь, чтобы изолировать и нового бумажного бабочку. Так, но похоже, что-то я спутал, блядь. Но сейчас нам надо уходить, я покажу тебе, как выбраться отсюда. Но при одном условии, сначала ты поможешь мне выполнить задание, договорились? Просто слушай, что я тебе говорю. Блядь, сделаю вид, что типа что-то понятно. Ну, могу сказать, что нихуя непонятно вообще. Так, мачете. Получить все. Так, что там надо исследовать, что-то куда-то пройти. Ящики, смотри, какие-то надо залутать, да, я так понимаю. Воу! Ух ты, блядь, еще где-то. Что-то я все получил. Так, это наверху. А, вот еще, смотри, ящик стоит. Еда. Когда опасность минит, уберите оружие. Минует, да? Типа вот так вот, да? Ага. По всему миру разбросы множество заметок. Найдите и прочитайте их, чтобы узнать больше о прошлом мире. Прочитание заметок будет храниться в полном руководстве. Ну, понятно. Бля. Братан, стой! Я, видал, ботинки себе нашел. Не знаю, я вот бью. Как-то вот он странно так бьется, блядь. Как-то вот непонятно. Как будто он... Как будто персонаж, ну, не подвластен тебе. Вот как-то, я не знаю, система боевки какая-то такая странненькая. Пока не ясно. Вообще ничего. Это что у нас? Так, пространственные колебания часто вызывают аномалии во время позвания увидеть события из прошлого. Активируйте пространство-время, чтобы найти пространственный театр, где события и люди из прошлого могут появиться вновь и раскрыть свои секреты. Меня зовут Виктор Хэммер, а тебя? Я не знаю. Знаю только, что я чудовище. Мои родители и все остальные, они мертвы. И все из-за меня. Ну же не надо. Постарайся успокоиться. Я рядом и постараюсь помочь, чем смогу. Бесполезно. Мне никто не поможет. Для всех будет лучше, если я просто... Оставьте меня, пожалуйста, не тратьте на меня время. Боюсь, что этого я сделать не могу, и ты не чудовище, наоборот, ты очень и очень особенная. Тебе просто нужно научиться контролировать свои силы. Когда научишься, то сможешь помочь восстановить этот разрушенный мир. Вместе у нас получится. Понятно. Что нихуя не понятно. Моя бабочка летит.
Да, твой первый иной. Иной. Я вспомнил свое имя. Мицуку. Оно означает «Дитя света». Мое первое создание, но не последнее. Нам нужно что-то сильнее, чтобы противостоять эволюционистам. И кажется, я наконец-то нашел это. Мы можем изолировать других и иных и использовать их, чтобы проложить новый путь и начать настоящую эволюцию. В этом и будет заключаться миссия мотыльков. Они будут что-то там направлять. Да, мотыльки маленькие, но неуязвимые человечество сейчас может казаться слабым, но мы докажем, насколько мы сильны. Странная ситуевина какая-то. Но я так понимаю, это пока у нас обучение, типа, да? Ебать, это что? Чемодан с языком? Чего? При поражении иные... анимы роняют оружие. Это чё, блядь? А, это его оружие? Я стреляю чемоданом с деньгами? Чего, бля? Типа, что? Я думал, тут будут автоматы, а не сундуки, мундуки. Ну ладно, мы это типа немножечко как-нибудь переживем. Посмотрим, что будет дальше вообще в целом. Так, я так понимаю, тут и крафтить, и шмот, и всякая фигня нужна нам, да? Чтобы доминировать на... в этом мире, точнее. Не на карте, а в этом мире. Опять ярко. Так, это что получается? Это получается наш дом, да, я так понимаю? Это будет наша база, наверное. Поговорить. А, ты вернулся, ты жив. А. Да, и взгляни-ка на мою находку. Мета-человек. Только что пробудившийся. Они любезно активировали колыбель и освободили меня. Спасибо, мета-человек. Твоя помощь очень важна для меня. Можешь звать меня Мицука. Я тоже мета-человек в прошлом. Розетка. Она розетка. Ставила на мне самые разные эксперименты, пока Вэй меня не спас. Мицука выделяется даже среди металюдей. Она способна чувствовать малейшие колебания звездной пыли. Благодаря ей мне удалось обзавестись после звездопада. Эти убежищем тут ты в безопасности. Да, эта бабочка в своем роде посланница. Мне бы хотелось, чтобы она помогала спасти других металюдей. Недавние колебания, наверное, напугали ее. Сейчас главное поймать ее и защитить. Видишь ту штуку посреди комнаты? Это устройство для поимки иных. Благодаря ему они становятся полезны и безопаснее. Энергия, настроение, синхронизация способностей использовать. Блять, чего? Пока ничего не понятно вообще. Так, иные могут быть крайне опасны, если не принять меры. Они испускают звездную пыль, которая может вызвать массу непредсказуемых последствий. Поэтому мы и основали мотыльков. Мы изготавливаем колыбели и камеры для изоляции иных. Мы ищем варианты мирного существования людей и иных. Это лучший способ побороть хаос, который создала розетка.
Никто не знает точно, что они такое. Наверняка известно лишь то, что они не подчиняются физическим законам нашего мира. Они пришли из другого измерения, которое мы называем пространством разлома. Испытывая стресс, иные выделяют звездную пыль. Мы полагаем, что это сближает наш мир и пространство разлома. Иногда границы между этими двумя измерениями удается пересечь. И когда это происходит вокруг, начинается твориться настоящий ад. Мы думаем, что причина звездопада именно такова. Кстати, по поводу субтитров. Блять, чего-то нельзя везде сделать так, чтобы я нажал пробел спокойно и перешел к другому, чтобы спокойно все прочитал. А не делать их нахуй, чтобы они каждые 10 секунд сразу исчезали. Так что именно ты хочешь сделать? Некоторые иные, например, бабочки, дружелюбны. Другие, вроде тех, что сидят в монолитах, крайне опасны. Отлавливать их всех нецелесообразно, но если нам удастся узнать о них больше возможно, мы придумаем, как осуществить с ними... существовать с ними. Да, в этом наша цель. Тебе нужно подготовиться. Звездная пыль продолжает распространяться, и мы не знаем точно почему. Что это такое сейчас было? Осторожно, скорее всего, это сирена. Черт, эта тварь как-то проскользнула. Готовься, Митрой, сюда, к другому миру, только что проник иной. Без боя нам его не одолеть. Возьми бабочку с собой, она поможет тебе помочь. Как мне ее взять, блядь? Чего? Подожди. Ну, типа, синхронизация, это типа я ее взял с собой, да? Все. Ну, надеюсь, да. О, броня, смотри, слушай. Простая куртка, че, кого? Стрелы какие-то нам еще дали. Автоатака, возвращение в колыбель, выбрать цель. Все, я понял. Ну, типа, блядь. Че, нельзя? Нет, можно, слушай, стрелять. Прыгать можем? О, мы можем прыгать, нифига себе. Подожди. Чего, блядь? Прежде чем приступать к сбору ресурсов, копируйте инструмент сбора. Так собирать его будет гораздо быстрее, чем голыми руками. Понятно. А зачем я рублю деревья? Фикус. Нихера себе фикус, да? Короче, камни, деревья надо набить, да, и в окрестность грязную воду. Че, соберите грязную воду? Так, воду мы набрали. Камень надо еще найти. А, вон у нас еще камешек есть, да? Так. Разбить лагерь. Подожди. Блять, нет! Я не хочу здесь лагерь. Я хотел выбрать себе, блядь, место. Как его нахуй собрать? Пиздец. Создайте простой арбалет на... Понятно, блядь. Создание оружия. Арбалет. Так. Создали мы арбалет. Пиздец, блядь. Поставил. Я хотел отменить и утащить его куда-нибудь в другое место. Я здесь не хочу себе лагерь. Ну, типа бой, да? А где тут вообще сам мир? Ну это, наверное, это все, пока еще все обучено. Нихера себе, блядь, это что за антенна такая?
А они... Ой, еще и мелочь, а вы не переборщили вообще с размерами? Так, а как мне... Подожди. Я же создал арбалет, где он? Я что-то не понял. У меня ничего не крутится. Ой, подожди. Ну. О-о-о-о-о-о-о-о. А, тут надо было прыгать, короче. Бабочка, наверное, должна помогать. Ну, типа, ладно, это первый босс, это, наверное, типа, самый простой и самый дырявый такой. Как поставить арбалет, я что-то так и не понял. Я что-то и колесиком покрутил, и жопы повертел, и попрыгал, и попердел. Так, вот я их сейчас убил. А что, я и собрать, солутать я ничего не могу, да? Ну, типа, ладно. Наверное, то, что это обучалка, как бы хрен с ним. О, нет, он сбежал. Короче, я не смог захватить никого, да? А я мог вообще вот с этой хрени, наверное, стрелять, да? Нет, не могу. Никакая кнопочка не загорается вообще. Черт, оно сбежало. Этот бой был очень непростым, хотя его достаточно было просто прогнать. В любом случае, если бы не ты, мета-человек, нам бы пришел конец. А ты сильнее, чем мне показалось. Спасаешь меня уже во второй раз. Да, это пространство разлома создает Мицука. Здесь можно укрыться от опасного физического мира. По крайней мере, мы так считали. Думаешь, этот иной вернется? Что если после этого она создаст еще больше хаоса? Это возможно, мы не можем просто сидеть тут и ждать. Мета-человек, ты отправляешься со мной в физический мир. О, погнали, теперь вот физический. Помести бабочку в колыбели, возьми ее с собой. Таким образом, я смогу поделиться с тобой частью своей силы. Надеюсь, когда звездная пыль станет устойчивой, мы встретимся снова. Похоже, пришло время прощаться. Удачи тебе, мета-человек. Если перед уходом захочешь узнать что-нибудь еще, спрашивай, не стесняйся. Я постараюсь ответить на все твои вопросы. Да, не. Мы тут в целом уже все поняли. Пойдем посмотрим уже, типа, сам мир. А, типа, вот так вот, да? Нас просто куда-то высосало. Ну, типа, ладно. Не понял. А, ну ладно. Тут, типа, можно будет летать? Так, выберите подходящее место и нажмите B, чтобы оставить терминал территории. Построить верстак для разборки. А. Я сейчас должен выбрать место, куда, типа, где это? А тут везде дома, смотри. Подожди, стой, это все люди, что ли? Ну да, это все застраивается, смотри. О, бля, во! Вон та гора, это моя гора. Все. А как-то ускорение есть на этой птице? Птица-жаворонок, или нихера нету? Вон под то дерево, вон туда на гору мы пойдем. Вот там застроимся. Смотри, это все, я так понимаю, это все люди, да? Если мы PvP, то они меня могут сейчас убить.
Интересно, а в плане грабежов как здесь происходит? Типа, я вот вышел с игры, и они могут прийти разрушить мою базу или как? Кто-нибудь в курсе вообще по этому поводу? Просто если оно так работает, то как бы, блядь, это говно, мне так не нравится. Ну-ка, на девятку давай похилимся. Так, терминал территории. Формирует основную вашу территорию, определяет область, которую вы можете строить. Вы можете строить свой дом в пределах этой территории. Как захотите. Вам будут доступны такие функции, как изготовление предметов, посадка растений, разборка и многое другое. Так, мы идем на нашу скалу для начала. А чё, вода, еда, я вот похавал, типа, но оно ничего не восполняется. Это чё за нафиг вообще? Типа, надо так много хавать? Вот, вот. Разрушенная дельта. Призыв транспорта. О, на Г транспорт есть? Не, мы пока пешочка. Ну, в плане визуала... Я могу сказать, что в плане визуала она, ну, выглядит вроде неплохо. Красень. Ух ты. Ах ты тварь. Ах ты тварь. Ты поставил мне сюда уже свою базу, да? Это моя гора. И что мне теперь? Как мне быть вообще? Подожди. Я тоже хочу. А я тогда вон ту, может, гору займу. Ну-ка, призыв транспорта. Не работает. Вот это я тоже собрать не могу, да? Просмотр профиля. А если я сейчас спрыгну? Ну-ка, давай, сиганем. Бля, ну ладно, птица открылась. Но не понял, по чьей воле. По моей или по собственной? Я просто как привык, как в колде. Я взял еще... нажал на пробел. Может быть, и не по моей воле он открылся. Не знаю, потом, когда я первый раз разобьюсь, я думаю, мы об этом узнаем. В целом. Так, и здесь тоже вон кто-то базу уже поставил. Как-нибудь мне наверх можно? О, смотри, олень был, да? Во! Давай вот тут начнем прям. Чтобы, если что, у нас все было. Так, нажать Б. Нажал Б, и что? Вот это, зачем мне вот эта территория? Это чья-то территория, он мне пишет, я понял. Ну ладно, блядь. Так, ну... Подожди, она что такая огромная? Типа, как мне посмотреть ее? Походу, надо валить отсюда, да, куда-то? И где-то искать... Где-то истакать место? Только где? Вот эта штука так и не пропадает. Здесь тоже вон чья-то хата. Хм. Тут везде кто-то уже есть. Ух ты, нихера тут карта, слышь, какая большая, офигеть. Так, а тут вообще что-нибудь отображено? Где тут чье? Потерянная башня телепортации. Тут нету ничего такого. Якорь разлома, якорь разлома. Это все разломы, разломы какие-то, да?
А почему у меня транспорт не это, не призывается? Потому что, наверное, у меня его нету. Кувырок, присесть, спринт, непрерывный рывок, ближайший. О, фонарик есть, да? Куда мне, блядь, надо убежать, чтобы... Где мне построить эту хату? Я думаю, наверное, домик мы, наверное, построим. Придется, наверное, в следующей серии, ребят. Потому что я тут пока буду бегать, тут, наверное, сейчас полдня пройдет. Что-то как-то, типа, все занято, блядь. И Б у меня не активируется. И вообще никаким образом. И тут что-то вот... Вот это тоже чей-то дом. Ну и плюс, я думаю, вы мне напишите в комментах, что да как. И это... И я там, наверное, соображу, наверное. Скорее всего, я, может быть, что-нибудь даже не так делаю. Поэтому, ребят, так что что, всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. Напоминаю, на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Дискорд, ВК-группа, Телеграм. Так что везде переходим, пользуемся и радуемся, ребят. Вот. Ну а на этом ролик заканчивается. Так что всем спасибо, всем хорошего настроения. До следующего ролика, ребят. Всем пока-пока.